Що зараз маємо ексклюзивне включення. Нам вдалося зв'язатися з легіоном «Свобода Росія». З нами на прямому зв'язку боєць з позивним «Цезар». Говоритимемо про ситуацію в російському Білгороді. Я вас вітаю. Честь имею. Розкажіть нам, будь ласка, от, щоб не було перекручення інформації ніякої, хто такі бійці легіону «Свобода Росії» і за що от ви боретеся? Бойцы легиона «Свобода России» – это граждане России, которые не приветствуют политику путинского режима и не приветствуют агрессию, которую он начал против Украины много лет назад. После начала горячей фазы войны, после массированного вторжения, военнослужащие и простые граждане России, изъявившие желание защищать свободу Украины, вошли в состав Збройных сил Украины и сражаются за свободу Украины. Но наша дальнейшая цель не только освобождение Украины, а уничтожение путинской диктатуры и возврат России к нормальному существованию. Розкажіть нам, будь ласка, яка на тепер ситуація на території Білогородщини? Ми знаємо, що російська влада проводить якусь там операцію. Що відбувається? Ну, скажем так, причины этой операции уже известны. Это начало массированного вторжения более года назад. На самом деле, Легион Свободы России совместно с РДК впервые провел совместную миротворческую операцию на территории Белгородской области. А чи здатна оця ситуация развернуться до громадянской войны? Вполне возможно, что так в будущем оно и будет, потому что путинский режим, он не уйдет без кровопролития. Путин уже доказал, что он ради сохранения своей власти готов гнать на смерть сотни тысяч своих граждан. И он, как говорили раньше, за ценой не постоит. Ему не жалко ни своих граждан, ни граждан Украины. Наша задача поскорее прекратить эту войну, изменить политический строй в России. А что означает демилитаризация Белгородской области, про яку от вы заявляли раньше? И чи дійсно до вас звернулися самі місцеві жителі щодо проведення миротворчої операції? Все верно. Последней точкой для их терпения стала бомбардировка Белгорода российской авиации. После этого они поняли, что война – это обоюдосторонний меч, и неся горе и разрушение на землю соседей, можно самим столкнуться с горем и разрушением. Скажите, пожалуйста, чи зможе ваше формування протистояти регулярній армії Росії? За последние двое суток мы это доказали, что мы можем успешно проводить достаточно масштабные операции, масштаб которых будет со временем увеличиваться. Наша сила, слаженность и боевой опыт, они растут постоянно. А противник этим похвастаться не может. Пісков, рот Путіна, вважає, що це українська диверсія, що має на меті відволікти увагу від захоплення Бахмута. Що б от ви йому зараз могли сказати на це? Ну, в Бахмуте я с побратимами сражался несколько месяцев, и я знаю, что они не столь успешно проводят операции, как мы. Вот. Что касается операции в Грайворонском районе, она имела и военный успех, и большой политический резонанс, и воздействие на российское общество, которое должно начать задумываться, что эта война ему никаких дивидендов не приведет. Вот. А попытки Пескова связать нашу акцию с якобы успехами российской армии под Бахмутом, они абсолютно почвенны. Это две операции, которые друг от друга не зависят. А що говорить про путінську армію та путінський режим той факт, що ну, всього лише за 14 місяців після початку повномасштабного нападу на Україну путінська армія втратила майже всі свої козирі? Це говорить про те, що путінська армія – такий же гнилий інститут російського государства, як і всі остальні. Це колос на глиняних ногах – це фікція. Тому що система, яку Путін створив, система лізоблюдів і халуйов, які вместо реального результата показывают ему потемкинские деревни. Вот эта система, она приводит к тому, что ни один из институтов российского государства, он не может нормально функционировать. Армия колосс на глиняных ногах, которая не умеет вести современную войну, которая отличилась только варварством и мародерством и убийствами мирных граждан.
А які будуть подальші ваші дії, якщо можете поділитися цією інформацією? Скажем так, со временем будут возникать очаги вооруженного сопротивления на территории России. Мы сможем поставить под свои ряды множество россиян, которые готовы побороться с путинским режимом. И мы в результате вооруженного противостояния сломаем эту систему. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, бережіть себе. Це був боєць позивним «Цезарь». Сказати... Так, так, будь ласка. Я напоследок скажу, что демилитаризация приграничных с Украиной областей, она только начинается, и она будет доведена до полного логического завершения. После окончания войны в приграничных областях России не будет никакой угрозы для Украины. Дякую вам. Це був боєць з позивним «Цезарь», представник легіону «Свобода» Росії.